Деньги – это то, что каждый хочет себе, и чем побольше. Большинство людей имеют с ними дело каждый день. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и в этом видео покажу вам 7 лайфхаков с деньгами, которые будут вам полезны. Порой случаются ситуации, когда деньги очень нужны, но под рукой не оказалось. Например, банально, на проезд. Возьмите купюру и аккуратно ее сложите. Из ботинка достаньте стельку и под нее засуньте купюру. Таким образом, вы всегда будете иметь с собой небольшую сумму про запас. А теперь лайфхак, который связан с AliExpress, ведь многие тратят свои деньги именно там. Это новый плагин AliExpress Tools. Это просто бомба. Он позволяет следить за ценой товара, когда он подешевеет, то вы получите уведомление. Теперь у продавцов вообще нет шанса обмануть людей. Можно посмотреть рейтинг продавца на основе реальных отзывов. И еще перед тем, как потратить деньги, можно посмотреть видеообзоры товаров. Частенько они имеются. В общем, если вы хоть раз покупали на AliExpress, то я однозначно вам советую установить данный плагин. Ссылка в описании. Если вы не пользуетесь кошельком, то наверняка носите деньги в карманах. Они обычно вот так вот мнутся, когда вы их достаете. Вместо того, чтобы покупать кошелек, возьмите резиночку и оберните купюры. Теперь они у вас будут аккуратно сложены. Хоть это и банально, но мало кто этим пользуется. Еще один лайфхак с Алиэкспрессом и деньгами. Если вы что-то покупаете, то почему бы не экономить на покупках и получать некоторую часть денег назад? Для этого воспользуйтесь кэшбэком. Зарегистрируйтесь по ссылке в описании и установите плагин. Теперь перед каждой покупкой вы можете нажать на иконку и узнать процент кэшбэка и получить его. Это очень удобно и выгодно. Мы редко имеем дело с большим количеством купюр, но все-таки когда приходится, то как пересчитать их быстро? Ведь традиционный способ — это не лучший вариант. Нужно использовать все 5 пальцев вашей руки. Большим пальцем отгибайте купюру в одну сторону, а четырьмя другими другие 4 купюры в другую. После тренировки сможете просто молниеносно это делать. Ежедневно мы встречаемся с множеством уловок, чтобы развести нас на наши кровные. Вот одна из них. Никогда не покупайте в Макдональдсе большую картошку. Дело в том, что в средней пачке ее почти столько же, как и в большой, только стоит она меньше. Это называется эффект визуально полной упаковки. Еще один последний лайфхак, а точнее уловка, встречается в магазине. Обратите внимание на то, что, как правило, товары подороже находятся на уровне ваших глаз, чтобы вы обратили на них внимание и купили. Например, дорогие конфеты находятся выше дешевеньких. Аналогичная ситуация с молочной продукцией. Это действует, даже если товары не с одной категории, поэтому всегда осматривайте всю витрину. Ну что ж, если вам понравилось это видео и вы хотите поскорее новое, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока!